Выгодное географическое положение, производственный потенциал, высокотехнологичные предприятия и научно-исследовательские институты – все это делает Самару одним из самых привлекательных городов для ведения бизнеса в Приволжском федеральном округе, инвестиционным лидером и драйвером экономики региона. Чтобы привлечь предпринимателей разных городов и стран, рассказать о возможностях и плюсах сотрудничества, в Самаре разработали инвестиционный паспорт. Проект победил в региональном этапе национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Инвестиционный паспорт Самары первый в истории, который разработан на трех языках – на русском, на английском и на китайском. Это не только информационный проект, это и инвестиционный проект, безусловно. И он призван рассказывать жителям города и всего, в общем-то, мира о том, чем Самара привлекательна, какие инвестиционные проекты можно здесь реализовывать. Поэтому поздравляю коллег с победой, Ирина Владимировна. Вот такой диплом получила команда города. Инвестиционный паспорт Самары был разработан Департаментом экономического развития города совместно с Самарским университетом. Инвестиционный паспорт – это тот документ, который поможет любому инвестору, будь то на территории Российской Федерации, либо зарубежному инвестору, ответить на основные три вопроса. Куда инвестировать, как инвестировать и с кем взаимодействовать. Документ достаточно инновационный. Огромное количество привлекалось бизнес-сообщества, научного сообщества при разработке. В сегодняшних условиях ни один проект не может быть успешным, если он разработан вне науки, только в партнерстве с наукой. Поэтому и мне очень приятно, что администрация городского округа Самара именно по этому направлению движется. Посмотрите, была разработана обновленная стратегия. Тоже Самарского университета. Сейчас Самарский технический университет разрабатывает концепцию развития исторического центра и много других проектов, связанных с развитием города. Вот партнерство с наукой. Только так, и это правильно. Ознакомиться с инвестиционным паспортом Самары может любой желающий. Он опубликован на официальном сайте администрации города. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.